Ну, теперь обещанная погода. Сегодня из гидрометцентра ко мне присоединяется Лариса Дрожжина. Лариса, здравствуйте. В середине недели ваши коллеги нам обещали, что еще будет некоторое потепление. Все в силе? Добрый вечер, Дмитрий. Да, потепление начнется с воскресенья, а на неделе зима активно напоминала о себе. Поступление холодного арктического воздуха на европейскую территорию России привело к понижению температуры. В большинстве районов даже на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Дожди перешли в снег. И надо сказать, что снегом покрыта уже вся северная половина европейской территории. А в Ненецком автономном округе и в республике Коми сугробы достигают местами 20-25 сантиметров. В предстоящие выходные дни снега там еще прибавится. Температура ночью до 10 мороза, днем от 0 до минус 5 градусов. В Архангельской и Вологодской областях теплее. Днем до плюс 5 и снег с дождем. Ну, то есть на северо-западе тоже не обойдется без осадков? Нет, стараниями антициклона там пока удержится погода без осадков. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ночью небольшой мороз, днем в субботу плюс 2-7, в воскресенье до плюс 9 градусов. А в самой западной области России, Калининградской, еще теплее, до плюс 11. В центральном районе в субботу ночью 2-9 мороза, днем от минус 1 до плюс 5 градусов. В воскресенье местами пройдут небольшие осадки и будет уже до 7 тепла. В понедельник температура еще повысится на 2-4 градуса. Холодная погода пока еще сохранится в Поволжье. Местами пройдут осадки, в основном мокрый снег. При северо-западном порывистом ветре ночью до 8 мороза, днем около 0 градусов. На юге, я знаю, в эти выходные боятся усиления ветра. Какой прогноз? В низовьях Волги, Дона и на Северном Кавказе из-за противоборства атмосферных фронтов и антициклона действительно усилится северо-восточный ветер. В районе Новороссийска его порывы 24-29 метров в секунду, а в субботу вообще достигнут ураганной силы. При этом осадков не ожидается. Ночью около нуля, местами до 6 мороза, днем плюс 4-9, в районе Сочи до плюс 19 градусов. Ветрено будет и в Крыму. Антициклон обусловит там сухую, но прохладную погоду с температурой днем плюс 8-13 градусов. В начале следующей недели ветер ослабеет, а температура повысится на 2-3 градуса. Оптимистично. А жители двух столиц есть чем порадовать перед началом ноября? Ну, разве только в субботу в двух столицах будет сухо. В Санкт-Петербурге ночью около нуля, днем плюс 4-6. В воскресенье утром начнется небольшой дождь, правда, при этом потеплеет, до плюс 8 градусов. В Москве в субботу ночью до 4 мороза, днем до 4 тепла. В воскресенье облаков станет больше, местами пройдут небольшие осадки, но будет теплее. В ночные часы от минус 1 до плюс 1 градуса, днем около плюс 5. На дорогах местами гололедица, так что будьте, пожалуйста, осторожны. То есть потепление у нас до плюс 5. Хорошее потепление. Спасибо. Прогноз от Ларисы Дрожжиной на выходные.